Представьте себе, что деньги могут буквально стучаться в вашу дверь, если вы знаете, когда, как и правильно ее помыть. В этом видео поговорим мы с вами о самых мощных днях октября, когда очищение входной двери не просто обновит ваш дом, но и откроет путь для финансового успеха. Хотите узнать, как простой ритуал может привлечь деньги и удачу в вашу жизнь? Не пропустите этот простой, но очень эффективный секрет, который использовали еще наши предки. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать самый мощный совет, который преобразит ваши финансовые дела. Поставьте лайк, подпишитесь и обязательно оставьте комментарий. Я привлекаю изобилие в свой дом, чтобы проявить вашу приверженность изобилию. Поделитесь этим видео с друзьями и с семьей, чтобы все могли воспользоваться этими удивительными советами. Вы знаете, в октябре природа начинает активно готовиться к зиме, а вместе с этим меняется и энергетика пространства, в котором мы живем. В такие периоды важно поддерживать чистоту не только внутри дома, но и вокруг него. Одним из мощных ритуалов для привлечения финансовой удачи и избавления от долгов является очищение входной двери с помощью специальных практик. Входная дверь – это не просто элемент дома, это своего рода врата, через которые важно в дом проникает как позитивная, так и негативная энергия. От того, насколько чистой и энергетически здоровой является ваша дверь, зависит то, какие финансовые возможности и потоки войдут в вашу жизнь. Дело в том, что в определенные дни октября вы можете провести очищение входной двери, чтобы притянуть деньги и удачу. Входная дверь – это больше, чем просто физический барьер, защищающий ваше жилище от внешнего мира. В эзотерических и народных верованиях она символизирует портал, через который в дом проникает не только воздух и свет, но и энергетические потоки, включая удачу, финансовое благополучие и успех. Именно через входную дверь ваш дом взаимодействует с внешней средой, и от того, насколько этот канал открыт и чист, зависит, какие виды энергии будут проникать внутрь. Если дверь не ухожена или окружена негативной энергетикой, это может блокировать приток благоприятных возможностей и материального достатка. Дверь играет ключевую роль в энергетическом взаимодействии между вашим домом и миром за его пределами. Она первое, что видит посетители, и то, через что проходят денежные потоки, удача и успех. Если входная дверь загрязнена физически или энергетически, это создает барьер для позитивной, созидательной денежной энергии. Например, грязная дверь или застарелая паутина у порога символизирует застой, препятствующий приходу новых возможностей и ресурсов в дом. Негативная энергия может скапливаться у входа или создавать преграды, мешающие свободному проникновению финансового потока в дом. Регулярная очистка входной двери становится способом открыть доступ к этим важным ресурсам, устраняя преграды для финансового успеха. Также в традиционных практиках существует одно убеждение, что состояние двери напрямую отражает состояние финансовых дел владельца дома. Если дверь ухожена, крепкая и чистая, она символизирует открытость к новым возможностям и благополучию. Она буквально приглашает удачу и деньги войти в ваш дом. Регулярное поддержание двери в чистоте и в порядке поможет усилить поток денежной энергии. И наоборот, если дверь покрыта грязью, царапинами или она старая и требует ремонта, это сигнализирует о препятствиях на пути к финансовому благополучию. Неухоженный вход говорит о том, что дом не готов к приходу положительной энергии и может задерживать финансовый успех. Для того, чтобы ритуал мытья входной двери был максимально эффективным, важно подходить к нему комплексно, не ограничиваясь лишь физической очисткой, но и применяя энергетические практики, направленные на привлечение денег и удачи в дом. Начинать ритуал следует с подготовки специального очищающего раствора. Это не просто средство для очистки, а мощный энергетический инструмент. Используйте для раствора обычную воду, соль и несколько капель эфирного масла. Соль в данном случае служит энергетическим очистителем, который нейтрализует негатив и блоки, мешающие денежным потокам проникать в дом. Эфирные масла, такие как апельсиновое или мятное, они усиливают
усиливают эффект, привлекая в пространство энергию изобилия и процветания. Вода же работает как проводник, который помогает соли и маслам глубже проникнуть в энергетическую структуру дверей и пространства. После того, как раствор будет готов, можно приступать и к физической очистке двери. Очень важно, чтобы перед началом энергетической работы дверь была чиста на физическом уровне. Начните с удаления всей пыли, грязи и паутины с ее поверхности. Даже незначительные загрязнения могут блокировать позитивную энергию, которую вы хотите привлечь. Очищая дверь, представьте, что вы буквально освобождаете путь для удачи, новых возможностей и финансовых потоков, которые будут проникать через входную дверь в ваш дом. Физическая чистота двери – это первый шаг к созданию энергетически гармоничного пространства. Когда физическая очистка завершена, приступайте к энергетической. Для этого используйте ранее подготовленный раствор с солью и эфирными маслами. Смочите в нем ткань и аккуратно протрите всю поверхность двери, начиная с верхней части и постепенно двигаясь вниз. Это важно, так как символизирует движение энергии сверху вниз, что способствует очистке и гармонизации пространства. Во время того, как вы будете протирать дверь, сосредоточьтесь на своих намерениях и обязательно скажите слова, которые будут направлены на привлечение денег. Например, следующие слова: «Эта дверь открывает мне путь к богатству и удаче. Каждый, кто входит в мой дом, приносит с собой изобилие и успех». Именно эти слова помогут вам сосредоточиться на цели ритуала и усилить его эффект. Особое внимание уделите дверной ручке, ведь именно она является символом вашего взаимодействия с внешним миром. Дверная ручка – это своего рода канал, через который в дом попадают как люди, так и энергетические потоки. Поскольку через нее проходит все, кто входит в ваш дом, она накапливает энергетический заряд, который нужно очищать отдельно. Протрите ручку с особым вниманием, представляя, как через нее в ваш дом будут входить только положительные энергии, денежные потоки и удача. Также вы можете сказать следующие слова: «Эта ручка открывает двери только для удачи и финансового процветания». Таким образом, вы зададите правильное намерение на то, чтобы через эту дверную ручку в ваш дом проникала только благоприятная энергетика. Когда дверь полностью очищена, ритуал следует завершить благодарностью. Благодарность – это мощная практика, которая закрепляет результат и усиливает эффект ритуала. Поблагодарите силы природы, окружающие вас энергии и свою собственную внутреннюю силу за поддержку и помощь в этом процессе. Для завершения ритуала можно зажечь свечу у входной двери. Свет свечи символизирует очищение и защиту. Представляете, как свет от свечи озаряет весь ваш дом, наполняя его не только светом, но и энергией изобилия, процветания и удачи. Эта заключительная часть ритуала поможет закрепить результат и создать энергетическое поле, которое будет привлекать деньги и финансовую стабильность в ваш дом. Так все же, когда лучше всего мыть входную дверь в октябре? Этот вопрос, на который стоит обратить особое внимание. Ведь существуют дни, когда энергетические потоки особенно мощные и благоприятствуют ритуалам очищения, особенно если цель – привлечь удачу и финансовое благополучие. Октябрь – это месяц, когда природа готовится к зиме, и вместе с изменением погоды изменяется и энергетика вокруг нас. Очищение входной двери в такие периоды помогает освободить пространство от накопившейся негативных энергий и открыть путь для новых возможностей. Каждый день несет в себе уникальную энергетику, и в октябре есть даты, когда эти энергетические потоки особенно сильны. В такие дни пространство становится более восприимчивым к изменениям, а практики имеют больше шансов на успех. Ваши действия, связанные с наведением чистоты и гармонии, могут значительно улучшить как энергетическое состояние вашего дома, так и ваше финансовое положение. Очищение входной двери в такие дни способствует активизации денежных потоков и улучшению общей энергетики дома. Первой важной датой для очищения входной двери является 5 октября. Это начало месяца, и оно символизирует новый старт, что идеально подходит для того, чтобы обновить энергетику дома. Очищение входной двери в этот день поможет вам избавиться от застоявшейся энергии, связанной с прошлыми финансовыми проблемами или трудностями. Это также отличный момент для привлечения новой чистой энергии, которая принесет с собой удачу, новые возможности и финансовое процветание.
Мытье двери в этот день поможет вам буквально открыть дом для успеха и привлечь позитивные изменения в вашу жизнь. 10 октября – еще один благоприятный день для очищения входной двери. В этот период особенно важно избавиться от накопившегося негатива. Возможно, вы будете сталкиваться с финансовыми трудностями, стрессом или проблемами, связанными с деньгами. Очищение двери в этот день поможет вам избавиться от этих блоков и создать более благоприятную атмосферу для денежных потоков. Это время, когда энергия перемен уже активно циркулирует, и ритуал мытья двери может усилить этот поток, помогая вам привлекать деньги и удачу. Далее, 15 октября, середина месяца. Это идеальное время для обновления энергетического поля вашего дома. Энергия этого дня особенно подходит для того, чтобы устранить старые проблемы, связанные с финансами, и начать новый этап в вашей жизни. Очищение входной двери в этот день поможет вам привлечь удачу и новые финансовые потоки. Этот день можно использовать для того, чтобы настроить ваш дом на прием позитивных энергетических вибраций, которые принесут с собой новые доходы и благополучие. Следующей ключевой датой является 20 октября. Это день, когда важно снять напряжение и стресс, которые могли накопиться в течение месяца, особенно если они связаны с финансовыми проблемами. Мытье входной двери в этот день не только поможет очистить дом от накопленного негатива, но и устранить энергетические блоки, препятствующие притоку денег. Очищение двери в этот день создаст стабильную и гармоничную атмосферу в доме, что благоприятно скажется на финансовых потоках и вашей общей энергетике. Следующая дата – 28 октября. Это отличное время, ближе к концу месяца, для завершения старых дел. Это время, когда можно закрыть незавершенные вопросы, особенно если они касаются финансов. Мытье входной двери в этот день поможет вам закрыть старые проблемы и очистить пространство для новых возможностей и денежного потока. Очищение двери в этот день станет мощным символом завершения одного этапа и начала другого, более успешного и благополучного. Выбор этих дат для проведения ритуала очищения входной двери в октябре поможет вам не только поддерживать чистоту пространства в вашем доме, но и активизировать денежные потоки. Эти дни обладают достаточно сильной энергетикой, которая будет способствовать привлечению финансового благополучия и удачи. А регулярное очищение входной двери в такие благоприятные дни поможет вам создать гармоничную и притягательную для удачи атмосферу, которая будет способствовать финансовой стабильности и процветанию. Дополнительные советы для усиления эффекта ритуала мытья входной двери играют важную роль в закреплении результата и повышении его эффективности. В первую очередь стоит обратить внимание на элементы декора, которые окружают вашу входную дверь. Живые растения, такие как денежное дерево, она же толстянка, считаются мощным активатором денежной энергии. Это растение не только эстетично выглядит, но и имеет символическое значение. Оно поможет притягивать в дом финансовое благополучие. Разместив около входной двери, вы создадите природный барьер, который будет блокировать негатив и усиливать поток положительных денежных вибраций. Важно регулярно ухаживать за растениями, поскольку их здоровое состояние напрямую связано с уровнем энергии, который они могут принести в ваш дом. Кроме того, можно использовать и талисманы для усиления эффекта ритуала. Например, классическим символом удачи и процветания является подкова. Она известна своей способностью привлекать счастье и богатство. Подкову можно повесить над дверью, обращая внимание на то, чтобы ее рожки смотрели вверх. Это будет символизировать накопление богатства и защиту дома от негатива. Еще одним популярным талисманом для входной двери могут стать монеты. Это монеты, которые связаны красной нитью и символизируют привлечение денежных потоков и финансовую удачу. Повесив такой талисман на ручку двери или около нее, вы постоянно будете активировать денежные вибрации, как каждый раз, когда вы открываете дверь. Не стоит забывать и о внешнем виде самой двери. Она является лицом вашего дома, и ее состояние непосредственно влияет на энергетику, которая проникает внутрь. Ухоженная, опрятная дверь притягивает деньги и положительную энергию.
если дверь выглядит обветшало или грязно, это говорит о застое и в препятствиях для входа финансовых потоков. Регулярно следите за состоянием вашей входной двери, подкрашивайте ее, если требуется, удаляйте пыль и грязь. Хорошо освещенная входная зона также играет важную роль. Свет символизирует открытость к новым возможностям и готовность принимать удачу. Дополнительно можно создать магический порог, который будет усиливать защитные и притягивающие свойства двери. Для этого можно положить под коврик перед дверью щепоточку соли, смешанную с несколькими каплями эфирного масла, например, апельсина или корицы, которые символизируют процветание. Эта смесь будет работать как энергетический фильтр, очищающий каждого, кто входит в ваш дом, от негатива и привлекающий положительную энергию, связанную с деньгами. Такой ритуал можно обновлять каждые несколько месяцев для поддержания его силы. Также не стоит упускать из виду символическое значение красного цвета в энергетических практиках. Если возможно, добавьте элементы красного цвета в декор около двери. Это могут быть цветочные горшки, коврик или даже какой-то яркий талисман. Красный цвет символизирует силу, процветание и активизацию энергии. А еще он считается такой вот цвет символом удачи и богатства. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь, и мы услышимся с вами уже буквально в следующем видео.